Любого политика, любого человека выступить в вашем уникальном университете – это большая честь. Для меня честь двойная, потому что я сам служил в армии, полковник советской армии, сам испытывал все виды современного оружия. Горжусь тем, что мне пришлось побывать на всех ведущих крупнейших заводах и предприятиях военно-промышленного комплекса, заниматься особой папкой на случай войны, военной опасности и чрезвычайной ситуации. А так я имею возможность сравнить, может быть, посчастливилось, может быть, нет, но мне пришлось читать лекции в Оксфорде, в Гарварде, в Сорбоне и Пекинском высшем университете управления, и в Каире, в самом древнем исламском университете. Но ваше учебное заведение уникальное в рамках нашей страны на планете. Здесь собрались те, кто великолепно овладел всеми военно-техническими специальностями, кто является базой для нашей национальной безопасности. Я собрался коллектив, который готовит великолепных специалистов. И поздравляю вас, вы выбрали очень хорошее учебное заведение, которым будете гордиться, даже проходя по вашим коридорам, ощущая дух времени, дух героики и патриотизма, которым жива наша держава.